Уровень развития современной стоматологии позволяет не только восстанавливать отсутствующие зубы, но и делать это красиво и быстро. Новые технологии способны решать вопросы протезирования и реставрации буквально за одно посещение клиники. Раньше, чтобы сделать коронку, требовалось сначала снять слепки, потом техник делал свою работу, и уже на следующий раз мы получали готовый продукт. А технология ЦЕРЭК позволяет нам делать коронку, ну, можно так сказать, у кресла пациента. Компактным сканирующим устройством создается трехмерная компьютерная модель керамического протеза. Чтобы получить ее в реальности, стоматолог выбирает заготовку подходящего цвета и размера, которая помещается в подключенный к компьютеру аппарат. С помощью пары алмазных фрез в течение 5-8 минут вырезается протез, готовый для примерки и фиксации. При помощи ЦЕРЭКа можно сделать как одиночные, так и множественные реставрации до 3 единиц вместе. То есть это может быть коронка, это может быть вкладка, это может быть винир, это может быть маленький мост на 3 единицы. Также, допустим, если вам нужно не один винир, а 4, то это тоже можно сделать, каждый винирчик отдельно на каждый зубик. Единственное, ну по времени это займет не час, а побольше, 2 часа. Лет 20 назад пациенты стоматологических клиник требовали от специалистов идеально белые зубы. Сегодня все больше людей склоняются в сторону естественности. Когда мы ставили белоснежные зубы цвета B1 и блеска снега, не всегда сейчас уже актуальны, потому что для того, чтобы сделать белоснежные зубы, нужно их делать все. Так вот, в линейке вот этих готовых блоков 32 цвета минимум. И поэтому с этой технологией возможность цветового решения и возможность решения по форме, именно вашу форму, именно ваш цвет, это, конечно, сделать возможно. Также, если нужно, к примеру, раскрасить, нарисовать фиссуры или беленькие пятна на зубах, это тоже делается тут же, не отходя буквально, так сказать, от печи. В стоматологических клиниках процедуру ЦЕРЭК называют «зуб за час». Дело здесь не только в сэкономленном времени, но и в экологичности самой методики, ее высокой эффективности и умеренном травматизме. Допустим, у нас есть разрушенный зуб. Иногда мы говорим, что здесь нужна только коронка. Но не стоит бежать и спешить сразу делать коронку. Очень часто зуб можно восстановить вкладкой. Вкладка – это микропротез, но для него не нужно точить зуб по кругу. То есть, по сути, полость нужна такая же, как для пломбы. Но если пломбу терапевт делает, моделирует, сам здесь сидит, да, и мы находимся постоянно, как бы у нас рот открыт в кресле, то здесь мы делаем слепок, и вот эту вкладку уже моделирует техник. То есть рот мы открываем 15 минут до, да, чтобы подготовить, и потом 15 минут после, чтобы зафиксировать. Потому что очень многие исследования сейчас приводят к тому, что длительно открытый рот может негативно повлиять на височно-нижнечелюстной сустав. Фарфоровая болванка, из которой вытачивается протез, изготовлена фабричным методом, что позволяет сохранить оптимальными прочность и текстуру, близкую к эмали зуба. В сравнении с классическими пломбировочными материалами, у фарфоровых протезов срок службы дольше на 2-3 года. Они не впитывают влагу и не изменяются в цвете, а также не вызывают аллергических реакций. Есть преимущество фарфора и перед металлокерамическими протезами. Современный пациент хочет, чтобы у него десна выглядела, не только зуб выглядел хорошо, но еще и десна. Чем были плохи металлокерамические протезы? Тем, что очень часто десна приобретала синеватый оттенок из-за входящего в состав металла. Так как технология ЦЕРЭК – это безметалловая, то есть вот эти проблемы у нас исключаются. Мы имеем не только красивый зуб, но и также красивую десну. Все чаще можно услышать о таком понятии, как эстетическая стоматология, когда в качестве результата важна не только функциональность, но и внешний вид. Это сегодня востребовано, и в это готовы инвестировать.